Молодость моя, Австро-Венгрия, песни дольч солдат, унде алис клаут. Сегодня мы вырашили запытать про двух самых популярных блогеров. Один из них наш земляк Ціханоўскі, второй отец нашего народа Лукашенко. Лукашенко ці Ціханоўскі? Ціханоўскі, вместе с Качений. Бабарыка. А Ціханоўскі я вообще не знаю, пока что я не в курсе. Конечно, Ціханоўскі, вы что такое говорите? Ціханоўскі. Мне все равно. Не знаю. Бабарыка. А кто это такие? Ну, бывший банкир. Лукашенко ці Ціханоўскі? Беларусь. Еще подумаю. Я уже не голосую 10 лет. Чому вы не будете голосовать за Лукашенко? Он мне не нравится. А Ціханоўскі нравится? Ну, я бы проголосовал за него, но его не допустят до выборов. Скажи свою фамилию, буду за тебя голосовать. Качень. Все, буду за тебя голосовать. Я за тебя. За Лукашенко каждый год голосую. А Ціханоўскі? А Ціханоўскі вообще я не знаю, что за фамилия, я первый раз чую. Я ни за кого не буду. Лукашенко. Лукашенко. Чего? Чего? Потому что люблю его. Чего? Потому что... Привлекательный мужчина. Нет, потому что все равно он правду говорит. А какую правду он кажет? Ой, все, Андрей, он давай. Он кажет, что ему Тесла подорвал Теслу в машину. Это ой. Правда? Не надо сплетничать, все это сплетни. Все. А Минск столица США, правда? И дебильные вопросы задавать. Я знаю Лукашенко, Ціханоўскі не чув, и не это, я не гляжу. Так, а что за Лукашенко не будете голосовать? Чего не буду? За кого-то буду, а за кого не знаю еще. Так а вы каждый год за Лукашенко голосуете? Ну так а чем он плохий? Все ж помогает кругом везде. Договаривается, и вот его хотя бы газ провел. Кроме Лукашенко я не знаю, кто справится. Возьми такого, как его называют на Украине. Вот так, Зеленский. Вот так и Зеленский попадется вместо Лукашенко, так еще больше счастья будет. Так что хай лучше остается. Он уже старый. Надо, молодая надо кровь. Старый конь борозны не портит, все свободно. Ну и глубоко не паша. Ну и не имеет значения. Хуже не сделал. Я никого не знаю. Лукашенко ці Ціханоўскі? Без комментариев. А кто голосует? Вы. Еще же выборов нет. Так скоро ж будут. Ну не знаю за кого. Ой, даже не сомнений нет. Только Лукашенко. За 25 лет, что он вам страну не собрал, а? И он что вам? Что он плохое сделал? Все, все исключительно, и страну собрал, и медицина, и все на свете, все, исключительно все. И мирное небо над головой. И мирное небо над головой, и все работу имеют, и сейчас вот хоть коронавирус, все равно люди работают, и все как положено все идет. И многое другое. Вот, и много все сделал. А вы, ёбашу мать, простите за грубость, вот, возьмите колхозы какие-нибудь или совхоз, хлопцы, вот, покажите отсталые, постройте его, вот, покажите, как надо работать, мы за вас тогда будем руками, ногами голосовать. Короче, у шоу-бизнес попадает через пощель, а у белорусского власть попадает через колхоз. В принципе, Рыгорыч так и попал. Гомель, да, это земляк. Земляк, да. Он сюда к нам приезжал, страна для жизни. Сколько ему лет? Где-то 40 где-то. Лукашевич тоже в эти годы как раз это самое становился. Но это самое, но. Ну, буду иметь в виду, просто что я не знал это самое. А так буду сейчас интересоваться специально. Спасибо вам. Спасибо вам. Какая-то чертовщина. Ці оппозиционеры, ці остальным еще до дупы. А откуда у нас сейчас колхозы процветают? Ну, раз процветают, значит, берите поля и разрабатывайте. Раз процветают у нас колхозы, слава богу, что процветают.